Нахожусь на Красном мосту. Вижу замерзшую наконец-то реку Аку. Напомню, что в прошлом году она не замерзла. А в этом году уже замерзла. Это хороший знак. Значит, природа у нас еще в норме. Я очень сильно удивлялся прошлой зимой, что льда не сформировалось на реке за прошлую зиму вообще. Так только заледи были у берегов, и все. А сейчас, вот видите, 18 декабря, лед имеется. Это очень хорошо, меня это радует. Ну, бывают, конечно, такие моменты. Вот замерзнет, а потом оттает, и Новый год слякоть, и все такое. Такое бывает. Но потом, в конце января, феврале, река все равно замерзает. Я вот заметил, есть такое у нас. Сначала Ака замерзнет, потом к Новому году оттает, потом опять замерзает, и все как бы нормально. Потому что прошлая зима, это что-то с чем-то было. Ну как так? На реке не было льда. Так что картина, моему взгляду, приятная. Уточки сидят на льду. Наверное, уже у подвесного накушались. И теперь просто прогуливаются. Вот. А я иду по своим делам. Кстати, в прошлом году, вот я видео снимал, тут еще стоял дом такой обвалившийся. Теперь его нет, его снесли и остатки его убрали. Это тоже хорошо. Потому что вид был ужасный. Разрушенный дом стоял несколько лет. Это как-то грустно смотреть на него было. Погода чуть выше нуля. Там у нас мост Дружба виднеется. Вот Богоявленский собор. Торговые ряды. И место слияния Оки и Орлика. Набережная Дубровицкого. И там детский мир, универмаг. Вот. Такая небольшая зарисовочка городская. Не знаю, с одной стороны погода вроде как сырая, такая промозглая. С другой стороны и теплая, и не очень-то она такая и промозглая. Ветра нету особо. Так, можно прогуляться, если держать ноги сухими. Прогуляться вполне себе можно. Ну и не забыть, конечно, после прогулки съесть там дольку чеснока или кусочек сырого лука с жирами, морковку или там апельсин. Одним словом, витамины. Там спасательная станция виднеется. А вот серое здание, это киноконцертного зала юбилейной администрации городского парка. Вот. Я имею в виду, вот то здание виднеется, как сказать, правее вот этого, с зеленым шпилем. Ой, левее, то есть, да. Часть его видна из-за поворота. Завтра в этом киноконцертном зале юбилейный состоится не поэтический, как написано, вечер. Молодежь будет читать стихи и отрывки произведений, полюбившиеся им. По-моему, в 17:30 это будет, если не ошибаюсь. Объявление у меня на странице в Одноклассниках и ВКонтакте. Если интересно, зайдите, посмотрите. Завтра суббота, и, возможно, я там тоже буду и сниму для вас следующий репортажик. О, памятник Грозному Ивану. Вообще, конечно, смотрится очень впечатляюще. Богоявленский собор.
Ну, вот этими кадрами мы, наверное, и закончим нашу небольшую зарисовочку. Видеозарисовочку. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий.